Всем привет, с вами Александр и блог Makeda Pro, и сегодня мы будем учиться переводить темы на WordPress двумя способами. Сейчас расскажу, какими. Давайте начнем с того, для чего нужно переводить темы. Переводить темы нужно для того, чтобы они не выглядели нищебродски в глазах посетителей, а тем более, если на ваш сайт попадает какой-нибудь опытный вебмастер, и он смотрит на все эти художества, которые у вас есть, какой-нибудь бесплатный шаблончик, где не переведены какие-нибудь слова важные, ну, важные слова, например, вот эти вот, например, формы комментариев. Когда попадаешь сюда, смотришь и думаешь, господи, ну неужели нельзя было перевести вот эти вот простые слова, причем для этого есть два способа железобетонных для перевода. Я, честно говоря, этого не понимаю. Перевод темы важен еще и для того, что вы думаете не только о посетителях, но вы еще должны позаботиться о себе. Темы у нас бывают бесплатные, те, которые можно установить из админки WordPress, и темы у нас бывают премиальные, те, которые можно купить, либо скачать где-нибудь зануленные, нарваться на какую-нибудь веселую ссылку. Темы нужно переводить и те, и те. Обратить нужно внимание на то, что премиальная тема важна, особенно при продаже сайта. Когда вы продаете сайт на теме общедоступной, ну, у человека в голове прокручивается такой момент, что вот сколько сайтов похожих и сколько на них установлено похожих тем. Это одно. Второе, если вы используете премиальную тему, во-первых, там и функциональности предостаточно, потому что премиальные темы очень часто поставляются с платными плагинами, которые уже, их стоимость включена в стоимость темы. Например, тема стоит $40, но в описании к ней идет, допустим, в инструкции, там в документации написано, используется плагин такой-то, стоит $72, используется плагин такой-то, стоит столько-то там долларов. И вы понимаете, что реально это крутая тема, и вы за $40 покупаете вещь. Когда вы продаете сайт на том же самом Телдере, ну а это лучшая биржа, потому что там больше всего покупателей, и покупателей конкретно с деньгами, там люди тоже обращают внимание на то, с какой темой вы работали и на какой теме сделан сайт, и они тоже внимательно смотрят на все эти моменты. Они будут задавать вам вопрос, а почему вот здесь английское слово, почему здесь не переведено? Ну, это как бы сразу говорит уже о вашем уровне исполнителя, о том, какой вы сайтостроитель, вебмастер и сколько у вас опыта. И когда человек начинает с вами разговаривать, он сразу понимает о том, что как сделано все там внутри, если человек не перевел тему. Возможно, есть там какие-то еще нюансы. Поэтому тему нужно переводить. Я не люблю вот это вот уродство, которое присутствует. Вот, даже кнопочка Read More, ее тоже нужно перевести. Потому что, допустим, простому человеку, там, ваши мамы, папы, взрослые люди, они тоже пользуются интернетом, тоже серфят, тоже читают какие-то новости. И для них вот эти вот вещи, ну, непонятно, что здесь написано. Вот если он нажмет, или что это вообще означает. Здесь написано «Be the first to comment», «Будь первым, кто прокомментирует». Но человеку это может быть непонятно. На кнопочке написано «Read more», то есть нужно нажать на эту кнопку и перейти непосредственно в статью, а человек будет догадываться. Ну, естественно, там виджеты в сайт-баре, они уже переведены, это идет локализация WordPress непосредственно самого русскоязычного. Но переводить нужно все. Все должно быть идеально, чтобы, как говорится, комар носа не подточил. Ну и теперь будем делать так, чтобы комар не точил нос. Так, что нам нужно первое для того, чтобы перевести тему? Для этого нам нужно установить программку PoEdit. Она есть в свободном доступе по адресу poedit.net. Вот замечательная программка, которая помогает нам переводить. И будет еще второй вариант перевода при помощи Folder Find Text. Посмотрите, в чем прикол, почему и зачем эта программка вообще нужна. Ну, потому что не все так радужно с PoEdit. В 1% случаев из 100. Для того, чтобы перевести тему, нам нужно добраться до языковых файлов. Сейчас, как правило, во всех темах идут языковые файлы, которые находятся
который находится в папке Languages вашей темы. То есть вы заходите в папку VP-контент, темы, заходите в нужную тему, и там лежит вот такая вот папочка Languages. Вы заходите в нее и имеете то, что вы имеете. В данном случае мы имеем и файлы «Мой по» с расширениями языковые и компиляция, и есть у нас подфайл. Допустим, если мы возьмем, ну, как бы самый такой, я бы не сказал, что это простой вариант, он просто уже готовый, то есть не нужно заходить в PoEdit и из подфайла, из этого шаблона, начинать создание своего перевода. Вот давайте посмотрим, допустим, мы берем PoFile, копируем его в папочку свою, где мы будем заниматься переводом, открываем. И сейчас мы увидим, что здесь у нас находится внутри. Здесь у нас уже лежит такая заготовочка. Мы ее переведем, скомпилируем в mo-файл и положим себе прекрасненько в папку Languages наш перевод, и все будет классно, и все замечательно. Есть вариант второй, зайти в тот же самый подфайл, и просто когда вы начинаете перевод, из шаблона, это и есть шаблон. Когда вы начинаете перевод и хотите перевести, преобразовать это все, например, в русский язык, то здесь появляется кнопка «Создать новый перевод». Чтобы сделать перевод, создайте по из шаблона. Ну, то есть, как бы те же самые яйца, только немножко другой профиль получается. Создастся тот же самый файл. Создать новый файл. Язык перевода будет российский. То есть, соответственно, у нас появится, никуда он не денется, появится RU-RU файл. То есть, сразу для того, чтобы вы определялись, как этот файл для себя назвать. Все файлы языковые, они все будут иметь вот такой вот вид. Здесь вы будете писать RU, вы возьмете обычный PO-файл с расширением PO, сделаете вот так вот, напишите, то есть как бы это стандартный шаблон названия, будете переводить, а потом скомпилируете в мошку. Ну давайте будем, поскольку у нас уже есть готовый PO-файл, мы заходим в него, открываем, и PO-Edit дает нам возможность сделать с этим файлом что угодно. Допустим, нам нужно перевести форму комментариев, правильно? Ну, мы уже как бы, я заморочил. Давайте переведем кнопку Read More. Ну, самое главное, что нам бросается в глаза. Так, мы сейчас закроем лишнее. Для того, чтобы нам найти эту кнопку для перевода, делаем просто. Ставим в любом месте, допустим, ну, желательно это сделать в самой верхней строке, чтобы потом не скакать туда-сюда, вверх-вниз и всякое такое прочее. Выделяем строку, нажимаем Ctrl-F для того, чтобы найти слово, и ищем слово Read More. Поиск. Нашлось наше слово, мы его переводим, допустим, читать, здесь мы его сохраняем. Нажимаем кнопку «Сохранить», и у нас сразу появляется скомпилированный файл перевода. Что мы делаем дальше? Ну, я, как правило, избавляюсь от всех других файлов, которые могут мне не понадобиться. Я их беру, удаляю. У нас уже есть рушки. Вот так вот. Рушки мы закидываем сюда. И из них уже будет подтягиваться перевод. Обновляем страницу и смотрим, что здесь у нас получается. Кнопка перевелась. То есть теперь у нас есть слово «читать». Давайте пойдем, будем переводить форму комментариев. Форма комментариев. Например, «Topics». Вот здесь мы видим, да? Здесь четко указывается «Topics». Это у нас теги. То есть есть у нас здесь теги, которым соответствует запись. Как бы topics — это такая замануха для того, чтобы человек понимал, что есть topics записи по теме бизнес, там job-работа.
И вот здесь, допустим, posted by. Вот у нас есть posted by, то есть опубликовал автор такой-то, такого-то числа. Мне не нравятся, например, вот эти вот все надписи posted by мелкие. Мы их тоже сейчас переведем. Мы сделаем так, posted просто. Posted. И сразу сейчас все увидим. Posted by. Значит, вот эту вот форму мы берем полностью, копируем вот с этим процентами ES. Это форма, вот процент ES, это значит, что эта форма будет выводиться после вот этого вот словосочетания. Берем posted by и пишем опубликовал. То есть, соответственно, опубликовал я. После чего будет выводиться уже какой-то ник, имя. Имя непосредственно автора. Так, был posted by. И нет posted by. То есть вот таким вот методом мы идем. Здесь можно оставить либо topics для того, чтобы было понятно. Можно написать еще записи, можно написать теги. Мы-то видим, что это теги. Теперь далее мы идем. Давайте полезем в нашу форму комментариев. Be the first to comment. Давайте будем be the first to comment. Ctrl-F, Ctrl-V. Ищем, берем. И полностью скопируем вот эту вот структуру. Здесь видите, on how to. То есть здесь как бы сделано так, дизайнерское решение. Будь первым, кто прокомментирует, и идет название вот этой вот непосредственно записи. То есть, соответственно, в данном случае мы берем всю конструкцию, копируем. Иначе, если мы напишем просто какие-то фразы, ничего из этого не получится. И здесь напишем так. Будь первым комментатором. А он мы удалим, потому что в русском языке, ну, здесь не может быть никакой конструкции. Он сохраняем. Сохранили. И теперь это красиво все. Берем и заменяем файлы. Заменили. Смотрим, что получилось. Будь первым комментатором. Он можно заменить, например, любым словом. Будь первым комментатором. Здесь можно было бы написать статьи. Давайте вот здесь у нас был он. Здесь мы напишем статьи. Статьи сохраним. Сейчас автоматически скомпилируется. И теперь мы еще раз возьмем и скопируем это все. Заменили. Обновили. И получаем такой вариант. Будь первым комментатором статьи. How to tru-tru-tru и всякое такое прочее. То же самое previous post. Очень часто на сайтах встречаются недопереведенные вот эти вот все ссылки. Предыдущий пост, следующий пост. Ну, здесь их можно просто заменить банальными словами назад-вперед. Как бы так проще. Поэтому мы вот сейчас так и сделаем. Previous. Картинка, вот, previous post. Предыдущая статья. Предыдущая статья, сохраняем. И закидываем обратно на сервер. И смотрим, что из этого получается. Заменить все. Уже готово. Смотрим. Предыдущая статья. Все, человек понимает, что если назад он пойдет, это будет предыдущая статья. Здесь у нас то же самое. Ну, здесь он автоматически переключился уже на какой-то запасной немецкий язык или на еще какой-то там. Ну, соответственно, мы это все должны перевести.
комментарий, имя, почта и сайт. Это все переводится, и здесь все у нас появляется. Сейчас мы посмотрим, есть ли вообще такая фраза здесь и откуда оно все тянется. Я скорее думаю, да, вот она. Оставить комментарий. Видите, просто подтянулся перевод резервный. Leave a comment. Оставить. То есть вы берете просто сайты, копируете вот эту вот фразу, вставляете. И не паритесь. Сохранили, скомпилировали, закинули обратно. С компиляцией, со всеми делами. Заменили. И обновили. Оставить комментарий. Ну, в этой теме не выводятся краткие буквы И и буквы Е. Краткие, соответственно, Е и Ё. Но это уже фишка как бы темы, какой-то вот ее недостаток. Поэтому внимательно смотрите, когда вы будете переводить тему, чтобы с этим не было проблем. Потому что я вот столкнулся с этой темой, мы начали с вами переводить. А здесь как бы, ну, не фонтан получается, честно говоря. Так, мы определились с тем, что переводить. И как переводить, и где переводить. Ну, вот где переводить вот эту вот нижнюю часть, это либо будет админка, либо вы берете просто файл footer.php, и там делаете перевод. Либо смотрите, если, допустим, возможность перевести какое-то отдельное слово, оно может находиться и здесь, хотя вряд ли, если честно. Скорее всего, там все может быть, конечно, но... Так, Ctrl-V, копирайт. Да, вот это все есть. Есть такие темы, которые встречаются, в которых не выведены вот эти вот все слова здесь. Давайте сделаем так. Здесь в любом случае прописана ссылка, поэтому придется лезть в footer.php и уже удалять ее. Ну, поскольку эта тема бесплатная, и как бы мы должны отдать дань разработчикам, поблагодарить им, то ссылку, конечно, можно оставить. Ничего здесь такого зазорного нет, это вообще не проблема. Так, теперь смотрим, что нам, в принципе, еще нужно всегда переводить. Вот пусть вас не вводит в заблуждение вот здесь то, что написано «поиск». Там внутри полная херня, я вам говорю. Вот, допустим, мы введем слово «гитара» для поиска, и мы получим вот такой вот вариант. Переводим раз. Ну, это у нас резервный, а так здесь на английском языке будет написано, там, поиск не дал результатов. Идем, ищем, смотрим. Search results for. Мы здесь, соответственно, переводим результат. Я обычно перевожу так. Допустим, если у нас здесь search results for, я обычно перевожу эту фразу следующим образом. Результат поиска по запросу такому-то. Соответственно, ну, человек понимает, что это... результат поискового запроса, который он сделал на сайте. В данном случае у нас, видите, у нас по умолчанию добавился какой-то там язык, наверное, может быть даже норвежский, потому что сама тема там как-то называется Nordisk, тра-та-та, то есть, соответственно, какое-то по умолчанию автоматически подхватывается язык автора. Результат поиска по запросу. Ну, по запросу можно поставить двоеточие. Так будет красиво, и так будет как бы более правильно, скажем так. То есть вот они моменты, которым стоит уделить время. Это все обязательно нужно переводить. Нужно переводить на страницах архивов, на страницах рубрик, все вот эти вот нюансы. Я время от времени просто сажусь и свой сайт беру и прогоняю, там какие-то всплывающие подсказочки могут там всплывать, либо еще чего-то. Я беру и свой сайт просто гоняю, проверяю его, нажимаю на все кнопки, перехожу по страницам, архивы тегов. Вот смотрю, чтобы там не попадалось вот этих вот англоязычных там каких-то слов. И полностью перевожу тему, стараюсь, чтобы... Да, можно где-то что-то пропустить, можно где-то что-то прошлепать, если файл языковой небольшой, как здесь. Но они все, в принципе, файлы небольшие. То можно взять и просто перевести вот так вот, просто сверху начать. И до самого конца можно перевести. Есть... индонезийский перевод, видите?
не посмотрел, пардон. Есть сейчас, конечно, темы, которые переводятся, особенно премиальные. Есть премиальные темы, которые переводятся в админке. Это вот популярные темы Magazine, есть премиальная тема, очень популярна. Там практически весь перевод в админке. Вот заходишь, там есть раздел Translate. Все, ты зашел, и там все фразы, все словосочетания, все это, все предлоги, все это абсолютно можно перевести. И вообще с этим проблем нет. Это классно, это правильно. Человек никуда не лезет, не парится с этими поэдитами и все такое прочее. Но бывает редко, но встречаются такие моменты, когда подключен какой-то внешний скрипт. Там, я не знаю, какие-то всплывающие подсказки, либо еще чего-то отдельным скриптом внешним выведены. И сталкиваешься с тем, что нет такого слова, оно отсутствует вот в этом языковом файле, в шаблоне. Такого слова нет, и где его, как его взять, перевести, абсолютно непонятно. Ну, это, опять же, абсолютно непонятно до поры до времени. Для всех же остальных случаев есть такая замечательная программка, как Folder Find Text. Так, с поэдитом мы разобрались, у нас все компилируется. Нужно писать названия языковые вот так вот, ru-ru. Сейчас я не знаю, не помню, честно говоря, в файлах wp-config язык прописывается, по-моему, да? Там тоже вот такая вот форма ru-ru. Поэтому это вот как бы такая вот форма, которая должна прописываться, она обозначает ваш конкретный язык. Если немецкий будет DE маленькими буквами, нижнее подчеркивание, DE большими, и точно такой же будет компилироваться файл MO. Так, теперь, значит, делаем следующее. Теперь рассказываю про Folder Find Text. Есть вот такая вот программка Folder Find Text. Это как раз программка, которая ищет слова в конкретных файлах. То есть здесь мы выбираем путь. Вы просто берете, качаете папку с языками, ту же самую с темой. Берете папку с темой, выкачиваете ее с сервера себе на... То есть вы идете сюда и качаете полностью папку с названием темы, берете ее и перетаскиваете, там, копируете себе куда-то на компьютер, на жесткий диск. После этого, ну, естественно, вы знаете путь к этой папке, соответственно, вы уже идете в Folder Find Text, нажимаете вот сюда и выбираете там свой адрес, путь, точнее сказать, по которому находится ваша папка. Бывает такое, что слова, которые нужно перевести, как я сказал, находятся уже в скриптах. Соответственно, вы делаете что? Ну, единственное, как бы можно использовать маску, звездочка, точка, звездочка. То есть в данной папке, во всех файлах с любым расширением будет искаться, например, определенный текст. Вы найдете его, здесь выведется у вас результаты поиска. Здесь будет написан точный путь к файлу и, допустим, будет написано там .php.js. Если вы конкретно знаете, что все, мы приехали, в файлах с расширением PHP этих файлов нет, нужно искать в скриптах, которые находятся здесь у вас в папке и, соответственно, там будут на сервере, вы можете просто сделать вот так. Ну, конкретно можно искать, допустим, либо .php, либо .javascript, вот, допустим, .js. Вы вводите искомый текст, нажимаете «Найти», ждете там буквально 2 секунды, здесь у вас выводится, выпадает полностью список файлов, в которых есть искомое слово. Вы заходите, переходите в этот файл, точно так же Ctrl-F, вводите слово искомое, ищете, находите и переводите. Когда сохраняете файл JS скриптовый, не нужно никаких менять настроек, типа как в Notepad++. Мы, допустим, меняем настройки, кодировка UTF без бомб, либо еще чего-то. Никаких UTF без бомб. Вот как вот открыли JavaScript файл, как мы изменили слово, вот так вот нажали кнопочку «Файл сохранить». Ну, когда у вас будет открытый файл, естественно, у вас будет сохранить, либо Ctrl-S нажмете и все.
И все, вы его сохраняете, и потом просто перезаливаете этот файл на сервер. И вы увидите, что там перевод поменялся. Ничего страшного нет для того, чтобы изменить название, изменить какое-то слово там в этом скрипте. Никаких проблем у вас не будет, никаких не будет у вас там кракозябр, не переживайте. Все у вас будет четко, все у вас будет нормально. И в результате вы получите переведенную тему. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это свидетельствует о вашем уровне мастерства и таланте, что вы не поленились и взяли и перевели тему. Премиальная классная тема, она англоязычная была, вы все перевели, и вам и самим приятно будет. И потом, соответственно, когда вы будете продавать уже на бирже, сайт, то вы можете там выставлять в настройках, там есть такая пункт меню, уникальный шаблон, уникализированный, ну там бесплатный, еще какой-то. То есть переведенную тему можно спокойно считать уникализированной. Допустим, если брать, ну, уникальный шаблон. Что такое уникальный шаблон? Ну, уникальный шаблон — это тот шаблон, который может в индивидуальном случае под вас там сверстан, написан дизайнерами, верстальщиками, создан. Это уникальный. Все остальные шаблоны считайте уникализированными. Даже если вы взяли, допустим, свободно распространяемый шаблон, ну, как бы, в принципе, переведя его, можно считать, что он уникализированный. Ну, соответственно, прикиньте, что его еще скачали 5 миллионов человек и 50 тысяч человек его перевели на русский язык, как бы, да. Ну, взять тот же самый премиальный шаблон, да, можно написать, что он уникальный, либо вы его перевели, он уникализированный. То есть на это покупатели все равно обращают внимание, акцентируют на это внимание. Если вы продаете сайт, они заходят, а у вас не переведены какие-то слова. Если человек покупает такой сайт, он, естественно, болван. А если человек задает вам вопрос, почему у вас не переведено, то а, он разбирается и видит, что он покупает, и б, он уже ставит под сомнение ваш уровень мастерства, потому что вы не смогли перевести шаблон. Как вы, елки-палки, можете продавать сайт, как вы его делали, там вообще непонятно. Ну да, там можно проанализировать какие-то там SEO-моменты, ключевые слова, там тексты и всякое такое прочее. Но вот первое, что бросается в глаза, это вот перевод темы. Русскоязычный сайт, давайте, пожалуйста, переводите темы. И не балуйтесь с этим. В принципе, на этом у меня все. Есть аналогичный пост у меня в блоге на Makeda Pro. Можете его почитать, можете его посмотреть, сохранить в закладке. Читайте мой блог, здесь в нем есть очень много чего интересного. Подписывайтесь на мой канал, будет тоже очень много интересной информации. Я стараюсь оперативно все добавлять, все выкладывать, для того, чтобы вам было что почитать. Будет интересно, всего вам доброго, всего хорошего. Очень скоро услышимся, пока.